не ругала, я обещала. Камрад, я подожди, подожди. Обещала. Белла, подожди. Камрад, спокойно. Ленай, какой он злой, а? Камрад, ну потому что некрасиво глушить его. Камрад, спокойно. Белла, кто тебе дал право вообще мою жену обсуждать? Кто тебе дал право? Я для тебя, для особо умных скажу, у моей жены детей никогда в жизни не было. Она никогда в жизни замужем не была. Хватит обманывать людей. Хватит заниматься... Ну что ты, что ты? Совсем не было у нее мужа. А детей тем более. А это кто? Вот и он. Бывший благоверный твоей женушки. Ты же говоришь, не было у нее мужа. Как это не было? Это тогда кто? Вот, вот они вдвоем, вот, на свадьбе. Видите, вдвоем, на свадьбе. Был у нее муж. И что хотите, хоть вдребезги расшибитесь, был у нее муж. И ребенок тоже есть. Не хотела я этого делать, поверьте вы мне, но придется, потому что, когда меня обвиняют во лжи, я это терпеть не могу. Вот и Аминочка. Вся в мамочку, правда? Копия мамы. Надеюсь, теперь ни у кого сомнений и вопросов не будет по этому поводу. И большая просьба в впредь не надо лгать и говорить, что я вру. Вы же понимаете, что рано или поздно я разозлюсь и все покажу. Да, Айнур, Тельман и Питер тебя хорошо помнят. Ты ж знаешь, о чем я. Между прочим, вы много о чем говорите у себя на эфирах. То нельзя делать, это нельзя делать. Третье, пятое, десятое, а в ваших семьях что творится? Айнур, лично в твоей семье. Твой брат на ком женился? На девушке, которая младше него на 22 года. Это как назвать? Педофилией или чем? Вот эта девочка, между прочим, сидит рядом с Айнур. Сверху стоит ее брат. Ну, у вас святая семья. До этой девочки у него была жена наполовину армянка. Их не устроила армянка, потому что она и родить не могла. Прям... Да, чуть не забыла сказать. Что за мать ты, которая отказывается от своего ребенка? Я представляю, если она смотрит, когда эфиры, и ты там говоришь, у меня нету детей. Камран кричит, у нее нету детей. Ты представляешь, как ребенку обидно? Нельзя так говорить. Ты же мама. Как ты могла ее оставить и приехать непонятно куда без своего ребенка? Азербайджан. Индики дертлерне эшкимиз алач олар. Азербайджаны севин, севин Азербайджаны. Кюрül кюрül одланан эвим Азербайджаны. Dünyada vallah belə talihsiz millət olmaz. Nə qədər saxlayarlar Girov Azərbaycanı. Azıymış o təzədən bölünür.